Наши боксеры вернулись с первенства Северо-Запада среди юниоров и добились неплохих результатов. Атлеты привезли бронзовые медали, а некоторые стали кандидатами в мастера спорта. Турнир проходил в Пскове. На ринг вышли почти 90 спортсменов из 8 федеральных округов. То есть конкуренция была приличная. Подробности далее. 6 лет назад 11-летнего Рустама Курбанова в секцию бокса при спортшколе поселка Искателей привел папа. Прошло время. Теперь молодому человеку есть чем похвастаться. Он трижды становился призером соревнований Северо-Западного федерального округа. Последнюю бронзовую медаль и разряд кандидата в мастера спорта Рустам завоевал в Пскове на первенстве СЗФО. Ненецкий округ на турнире среди юниоров представляли 4 спортсменов. 2 – Эдуард Беляев и Алексей Левчаков – выбыли из турнира сразу после первого боя. А Дмитрий Рочев и Рустам Курбанов с явным преимуществом одолели первых соперников. Но во вторых боях, к сожалению, уступили противникам. Второй там с псковским парнем, он был сильнее меня по скорости только и проиграл. В активе соперника Рустама более 100 боев. 87 из них окончились победой. Наш спортсмен таким послужным списком похвастаться не может. Всего 15 схваток, из них 10 побед. Все же Рустаму удалось дать хороший отпор хозяину ринга. Впереди у молодого человека еще один выезд. Через месяц в Архангельске пройдет спартакиада учащихся. Победитель этого турнира получит путевку на первенство России среди юниоров. Алена Валей, Александр Дуркин, телеканал «Север».